Золотые руки экс-президента ЮАР Нельсона Манделы купила за 10 миллионов долларов в биткоинах канадская биржа Board of Arbitrage. Данный артефакт включает три руки Нельсона Манделы в натуральную величину – две ладони и кулак. Общий вес золота наивысшей пробы составляет 9 килограммов. Продавец знаменитой скульптуры, предприниматель из Канады Малькольм Дункан, лично был знаком с Нельсоном Манделой. В 2002 году он приобрел скульптуру за 3,5 миллиона южноафриканских рандов. Наследие Нельсона Манделы продают за криптовалюту не впервые. Боксер Мухаммед Али в Великобритании продал письмо, адресованное Нельсону Манделе, за 7200 фунтов стерлингов в биткоинах.